выходом на соревновательную арену зимней спартакиады, получение номера и обязательная проверка боевого духа. В этот раз в строю несколько десятков участников. Мы всегда готовы. Мы всегда готовы. У нас еженедельные занятия. Мы не просто там с кондачка, а мы занимаемся. В клубе «Ахиллес» каждый спортсмен еще с молодости, а бывалым физкультурникам прийти на стадион труд не помеха ни снег, ни ветер. Люблю спорт, вот и поэтому и хожу. Все на свете, всем занимаюсь подряд, и байдарками, и ходьбой, и лыжами. В этот раз участникам предстояло метать гранаты, поднимать гантели. 8 килограммов для мужчин, 3 килограмма для женщин. Кто сколько успеет за 30 секунд. Я не знаю, тяжелая гиря. Сколько уже сделали? 32. Еще одно состязание – броски мяча в корзину с 8 метров. Дают 5 попыток. И спортивная ходьба. Пройти бодро нужно по 200 метров, но спортсмены уже смотрят дальше, грезят новыми горизонтами. Не была в Португалии. Вот. Это вот такая голубая мечта. Соревнования проходят в 3 категориях – женщины-пенсионеры, женщины-инвалиды и мужчины. В спортивной схватке сошлись люди всех возрастов. Самому молодому участнику 19, а самому опытному спортсмену 87. Ведут активный образ жизни, не хотят сидеть дома, а хотят движения. Вот, все получат грамоты, медали, кубки. А главное – стимул и вкус к жизни. Большинство участников именно так объяснили свое увлечение спортом. Жанна Лавяникова, Сергей Денисов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.